В прошлом году в стране отдохнули почти 7 миллионов казахстанцев. Это на 35% больше, чем в 2020 году. Официальную статистику казахстанского туризма предоставили в нацкомпании «Казахтуризм». Также статистика показывает рост количества мест размещения. В 2020 году их насчитывалось более 3500. В прошлом году появилось новых около 200 мест размещения. Следовательно, увеличился и номерной фонд, составив 193 тысячи. 30 койко-мест. Отмечается также, что объем оказанных услуг отечественными местам размещения практически восстановился до 90% к показателю до ковидного года и составил 109 миллиардов тенге. Это стало возможным благодаря существенному росту внутреннего турпотока. Что касается иностранных туристов, визной туристский поток продолжает постковидное восстановление. В местах размещения страны за прошлый год зафиксировано 330 тысяч иностранных туристов, что на 31% больше по сравнению с 2020 годом, но настолько же меньше показателя до ковидного 2019 года. При этом отмечается, что безвизовый режим с 74 государствами возобновился только с начала этого года. А некоторые ковидные ограничения, как закрытые сухопутные границы на въезд в Казахстан, остаются актуальными до сих пор. Полное восстановление визного туризма ожидается только в 2024 году.